Ну а эти кадры мы получили из Бурятии от нашего мобильного репортера. Житель города Гусиноозерска бросил в полицейских гранату. Стражам порядка пришлось применить служебное оружие. Вот выяснилось, что злоумышленник – это местный плотник Денис Морозов. Морозову 29 лет. Ранее его судили за кражу и незаконный сбыт наркотиков. Сейчас Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статьям посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Мотивы поступка пока неизвестны. Морозова допросят, как только позволят врачи. И во время задержания он получил ранение в голень. Ночью Морозова прооперировали. Сейчас он находится под наблюдением медиков. У полицейского, рядом с которым взорвалась граната, осколочные ранения бедер. Его жизни ничего не угрожает.